Я думаю, что может быть на чердаке. Сейчас проверим. Может быть, но это не так. Его здесь нет. Посмотри на этот улей с пчелами, Агиман. Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Агиман и с вами Акера. И добро пожаловать, это прятки с разрушениями. Здравствуйте всем. Всем привет. Мы прячемся в декорациях, которые полностью разрушаются. Как ты понял, мы можем сами себе создать нычку, буквально выкопав яму в земле. Смотри, что получится, мы будем начинать, погнали, и про подписки не забывай. Начинаем. У нас есть 8 минут, нам нужно спрятаться и выживать. Через минуту выходит монстр Агиман. А я Агиман таймер монстр. Не поставил, ты что? Ну, значит, мы успеем людей. Спрятаться. Ты что, людей? Слушай, а где здесь прятаться Акера? Я не знаю. Я нашел! Кстати, у меня появилась идея. Какая? Смотри, ты поможешь мне, а я помогу тебе. В смысле? Приглашаю тебя оформить карту Тинькофф Блэк, чтобы я стал богаче за это на 1000 рублей. А ты получил гарантированные призы, и мы вместе стали участниками розыгрыша с призовым фондом в 100 миллионов рублей. Для этого я сгенерирую ссылку для оформления карты. Сгенерировать ее можно по ссылке в описании, кстати. И отправлю приглашение тебе. Тебе останется только оформить карту по этой ссылке. Когда начнешь пользоваться своей картой, я получу 1000 рублей, а ты один из гарантированных призов. Кэшбэк до 100% в популярных гипермаркетах, маркетплейсах и точках фастфуда. 6 месяцев подписки Яндекс+. Или 3 месяца связи на Тинькофф Мобайл. И мы вместе станем участниками розыгрыша с призовым фондом в 100 миллионов рублей. Но торопись, предложение действует до 30 июня. Вы тоже приглашайте друзей оформить карту Тинькофф Блэк и получайте по 1000 рублей за каждого приведенного друга. Спасибо. Че, погнали. Таймер запущен, давайте. Я не нашел. Это же таймер запустил. Он таймер запустил. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня есть классная ныкуха. На самом деле не особо, но сейчас попытаюсь ее реализовать. У нас еще 30 секундочек. Ну, 30 секундочек это целая вечность, можно сказать. Акера, ты что там так топаешь сильно? Мне нужно. Мне больше всех нужно. Фига, я гениальный! Надеюсь, надолго. Ну, не гениальный меня. Акер, ты опять на дерево залез? Эта коробка это дом? И мы котики. И вы котики, которые решили там спрятаться. Да-да. Так, ну слушай, у меня тут достаточно неприятная история такая. Тут карта 2 на 2. Давай без подсказок, потому что здесь легко найти без подсказок, мне кажется, будет. Да, ну хорошо, можем, конечно, попробовать. Покемон пошел. Чужаки руды досят? А я сам дурак спалился. Как ты спалился-то? Трындец, звуки такие страшные. Подсказка. Подожди, Квантумец, у меня здесь Акера. Акера, где ты был? Почему тебя так сильно выносят? А я был на втором этаже, я сначала на крыше был. Мне интересно, как быстро меня спалят вообще, и спалят ли меня? Тебя спалят, не спалят. О, блин. А что за звуки? Битье стекол и крики Акера. Я вас не вывозишь, Агиман? Че, пожилая андатра, что ли? Нормально ты. Я слышу, вы топаете маленькими ножками своими. Квантум, выходи, ты где? Сколько времени? Он сейчас оружие достанет и все. Так, полторы минуты осталось. Но он скоро будет у тебя. Ну, блядь, ну она не регает по нему, но я не хочу. Ай, блядь, нет, регает. Ну вот какой-то один из тысяч ударов попал, блядь. Офигеть, вы дом разбили. Ай, блядь. О-о-о, там уже время от оружия. Осталось меньше... Ебать, рядом. Ты сейчас на СТП положить не можешь? Не могу. Ну, Квантумец, ты вот когда побегаешь сам, ты поймешь, что... Трындец! Ну я просто, блядь... Ай, завалил его! Очень маневренная. Маневренная! Ну то эти реально... Ты Агиман, ты слышал, где я граффити оставлял? Да, слышал, но это мне не помогает. Сколько времени осталось? 26 секунд. Слушай. Слышал? Вас теперь двое, нужно быть аккуратней. Да, нас теперь двое. О, я видел, вы полезли куда-то дальше, вдоль дома. Еман, вы пробурили. Трындец все с домом. Да все, время. Время вышло. Я выжил. Агиман, ставь таймер, мы пошли. Акера, за мной. Сейчас сделаем красиво, сейчас офигеешь. Засекай тему. Да ладно. Только по струю не лезь, главное. Сейчас, подожди. Акера, я же говорю, не лезь под струю. Возвращайся.
бля! Дорогу помнишь? Помню. Вот, давай, иди. 2-1 Все. Я иду искать. Врубай. Врубай фонарик. Вообще жесть. Понимаешь, что билет в один конец? Да. А знаешь, что я сейчас сделаю? Что? Тихо. Пока. Нормально ты тут обустроился. Давай, Кванту, без чего, позвонишь. Интересно, как долго он будет нас искать? И найдет ли он нас вообще? У меня есть некое предположение. Какое? Что вы два вонючих крота. Нет, не, не может быть. Это исконно неверное предположение. Акиро, бери кувалду из рук. Да? И сиди, не двигайся. Этот горнопроходческий щит комплекс уже что-то ломает там. Вы где, два засранца? Я слышал, вы стреляли. А стреляли вы почему? Потому что вы где-то под землей. Ну вот ты ищи нас, если мы под землей. Ой, даже не знаю. Давай, всю карту знаю. Да, дело в том, что... Да ты себе дырочку увеличь там! Дырочку побольше сделай! Я не могу! Он там разносит все! Трындец там, ад какой-то происходит. Назад, а то сейчас видно тебя. Вот уйди, куда ты уходил, там не видно. Вот тут тебя не видно. Да, думаешь? Он там вообще подрывные работы проводит. А знаешь, почему меня там не видно? Почему? Потому что далеко ты ушел. Нормально. Вы где кроты осадные? Осадные? А вот тебе не скажем мы. Фига ты там трындец вытворяешь. Ебать! Он у тебя? Я прям к нему вышел. Серьезно? Это я к нему вышел, блядь. Добурился кротяра, блядь. Охренеть. Не бурись там, Квантум. Хорошо. Все, Акира, теперь ты на моей стороне. Трындец, два маньяка. Так, Квантулец, сколько взрывчаток, если что, у меня? 3 Ну, еще у Акира 3 единицы есть. Все, хорошо. Акира. Фас. Почему звуки свиньи какой-то? Я собака, пошел в жопу. Примерно где он был, ты должен знать. Примерно здесь он был. Ах, вы сразу, вы, блядь, еще под блок... Захуярились, вы охренели, что ли? У нас все четко было. У нас было все по плану, пока ты не пришел сюда. Ну да, офигенно был мало план. Мало того, что я-то думал, это бедрок какой-нибудь, понял, в который нельзя проникнуть. Пока под шумок вы там разносите все, я взял аккуратно и ушел. Жесть, сколько времени Гиман осталось? 2.5 минуты Жесть, вы че, блин, катакомб понарыли? Погоди, он нас видит где-то. Тупые как гады. Пацаны, слушайте подсказку. Слушайте? Да. Чё? Да хватит дом ломать! Нет, Агиман, это больше не прокатит такая тема. То, что ты пробил дом сбоку, это больше не прокатит. Угу. Абсолютно. Погоди, он где-то... Где? Ну-ка еще подсказку. Не будет подсказок. Ну ты уж совсем-то по крысинам. Сколько там времени осталось? Сколько времени, Гиман, осталось? 1.5 минуты Полторы минуты, да? А где, погоди? Если он отсюда вышел, он же не мог далеко от... Хотя бы... Я вижу его. Там, где ты... Ну нахер ты палишь, я тоже увидел. Я понял, что вы видели меня. Опа, дал ему пиздюлину, дал, он в дом идет, в дом да, идет. Да, блин, в смысле, я споткнулся, лобку сломал себе и не убежал. Видели они меня, знаю, что вы меня видели, надо было ретироваться как-то. Трындец. Я вас ищу, прячьтесь, у вас минута на то, чтобы спрятаться, и я выхожу через минуту, собственно говоря. 3, 2, 1, время пошло, я выйду через 50 секунд, вы рады? Нет, вообще не рад. Может быть, я выйду сейчас уже? Вы спрятались? Ага, да, выходи. Это будет лакмусовая бумажка, короче, у меня. Если что-то здесь произойдет хитрожопое, эта лакмусовая бумажка повредится. И я об этом сразу же узнаю. О, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 И я иду. Я иду. Я слышал выстрелы, я слышал звуки. Акира. А. Убегай просто сразу и все.
Почему это я должен убегать? Потому что, Акера, я знаю, где ты. Где я? Ну, я тебе как бы даю шанс. Ты сейчас сам убежишь или мне зайти и ушатать тебя? А где я? Ну, я ж тебя предупреждаю, Акера. Я ж тебя предупредил. Ты не воспользуешься шансом? Ты не хочешь убежать? Я хочу убежать, но у меня нет возможности. Я тебя предупреждал. Я иду, да? Акера, через 5, 4, 3. Беги, дурачок, беги. 2. Ты, мне кажется, берешь. Беги! Нет. Беги, Акера! Нет, я не буду бежать. Да беги эти! Ну все, один. Нет. Я иду искать. Давай. Где вы, бурундуки, попрятались? Опять в поле где-то. Ну ты же почти ты уже был почти готов. Я был уже готов добежать. Надо было дальше давить. Ну я тебя как бы предупреждал, посмотри назад. Ага. Испугался? Нет, конечно, я знаю, что сзади у меня ничего нет. Алло, вы че, блин? Одурили? Вы где? Блядь, я устал. Сука! Нет, я не скажу, где я. Ты мне, блядь, и так палишь нахуй в легкую. Блядь! А Геман, это чё за бот нафиг? Чё, я не переодетый? А чё? Можешь не переодеваться. Все, Геман, давай, переходи в мою команду. Какая нычка классная была. Мы ей воспользуемся, она классная, согласен. И не будем давать подсказок Акера. Где Акера? Ну, я тебя только нашел пока что. Я думаю, что, может быть, на чердаке? Сейчас проверим. Может быть, но это не так. Его здесь нет. Посмотри на этот улей с пчелами, Агиман. Может быть, он там? Долбаная сота осиная свила себе гнездо наверху. Че, ты осиня палим? Да вообще, еще балка такая поднимается наверх и куча палок. Че за фигня, думаю? Я ее снести забыл. Офигеть. Я поставил ее такой, бля. Трындец. Я из-за этого задумался сваливать эту. Я еще говорю, беги, а он, наверное, крутится. Че, в мою нычку в туп? Погнали. Только не ставь ничего лишнего. А да, вот так можно сделать. Раз и все. Красава. Слышишь, Гимана, давай я здесь, а ты там. Давай. Это гениальная фигня. Но если он кого-то из нас найдет, то мы окажемся, ты сам понимаешь, в какой ситуации. Ситуация как ситуация. Ничего в ней такого нет. Акера там развлекается как хочет. Вообще трындец. А Гиман, тебя как делать? Я вижу тебя. Я тоже. Через сколько Акера ты выходишь? Поэтому квантумец... Ой, квантумец вообще очень сильно видно. 9, 8, 7, 6, 5, 4, не знаю. 3, 2, 1, я тоже так я иду. Не надо, спалит. Охренеть, Агиман, ты нормальный вообще? Кто-то очень тупой. Это вы как это, да, блядь. Чисто, а Гиман уже траекторию поле, полета-то видел. В чистом поле пустили, блядь, эту, как ее? Ракета, как ее, блядь, которая? Сигнальная ракета. Вот, это, блядь, кто-то из вас так что такое. А Гиман, ты еще живой? Да. Да, он по полям что-то бегает. Бег по полям с препятствиями. Это крайне любопытно. Очень любопытно. Уёбок. Агиман, ты выживаешь там? Да. Красава. Я тоже выживу, наверное, это не точно. Как я уже... увидел, объясни мне. Я видел, куда ты... Ракета, которая полетела. Нет, ничего ему не сказала траектория её полета. Совсем беспалево было. Трындец, сделать так? Ну ладно, сделаю. Акера, можешь отстать? Агиман, ты там живи. Я живу на максимум вообще. Жить в КАИ. Вот и правильно так и надо делать. Жить в ГАИ. Я, блядь, слышал почему-то эту песню «Жить в ГАИ». Ты живешь в ГАИ? Тяжелое детство. А где дом? Как ты его еще не догнал? Да догнал я его, я просто его попасть не могу. Акер, я там тебе на заборе оставил послание. А я знаю, ты, блядь, опять лох. Ничего нового. А ты уже видел это послание? Нет, я просто каждый раз убежаюсь в это. Ты бы так не расслаблялся. Да я расслаблен по максимуму, у меня вообще все с кайфом. Да? Я спрятался так, что хо-хо. Так, вот это вот должно меня засейвить, по идее. Вот так вот. И вот так вот. Я тут себе такое приготовил. Вообще живу с кайфом. Я слышу, как вы топаете. Акера. Ой-ой-ой. Стреляет! Блять! Да. Он не попал со снайперки по тебе? Блять, он попал по мне. Все, ты минус? Затылок просто. Да, я минус. Так, сколько времени осталось, Акера? 44 секунды. 44 секунды осталось. Офигеть.
Акер, я знаю, где он. Где он? В давай. Углу, в таком же, как и я. Да, быстрее, быстрее. Он либо урылся, либо убежал, либо я не знаю. Агиман, тебя ждет очень интересный сюрприз. Его здесь нет, он убежал. Да. Сколько времени Акера? 20 секунд. Слушай подсказку. Слышал? Нет. Нет. А сейчас? Слышал? Он на твоем спауне, в твоей дырке. Походу, да. Блядь, время. Сколько времени, Акера? 5 секунд. Все, его там нету? Да, все. А где? Найдите меня. Ладно, я выиграл, победил, найдите меня. Просто интересно будет. А ты дашь какую-нибудь подсказку? Ну... Блядь, давай мы будем тебя 10 минут искать. Ладно, давайте оставлю граффити вам. Слышали? Слышали все-таки. Нет, я, видимо, слышал, не показалось. Он, видимо, через твой спаун что-то сделал. Походу, через мой спаун, да. Да, я нашел его. Где? Я, квантумец, хотел это все время сделать. А я реализовал этот план, он же будет там дыру, и я воспользовался прикол. Его дыркой, вошел туда аккуратненько. Я, короче, квантумец, я пытался это все это время это то же самое сделать, но каждый раз, если ты видел, когда я туда пробирался, блядь, он меня находил. Последний раз, смотри, вот здесь вот он. А я еще понял, еще проход завалил кучей мусора, чтобы он его не увидел. И он не увидел за кучей мусора, где я нахожусь. Да, я за кучей мусора не увидел. Да, он пришел такой, посмотрел, видишь, тут куча мусора. А дыру не увидел, говорит, его здесь нет, и все, я выжил. А я сразу понял, что ты здесь, потому что я хотел этот план тоже реализовать. Хитрый план. Смотри, квантумец, видишь, я почти дошел. Я вот так вот аккуратненько выглядываю, и каждый раз он на меня выходит. А я так же, только я ему еще послание на заборе там он оставил. У вас есть 8 минут, я вам даю минуту на то, чтобы скрыться. 3, 2, 1, время пошло. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome, нафиг, я иду. А куда я иду? Ну я иду. Что там? Кто там? Ладно, ты книга. Здесь никого нет. И сейчас? Ты отделся. Блин, ну у тебя слишком хорошая рега, Сакер это прокатывает. Пошел в жопу. Агиман, иди сюда. Как думаешь, это стрелковая мишень или что это, Агиман? А, здесь ничего нет? Нет. Что за фигня? Налюбил. Смотрим внимательно, где он водится. В прошлый раз он был осиной сотой. Да мне какая разница. Здесь его нет. Дерево здесь тоже большое. Офигеть, дерево на блютузе просто как смешарики в воздухе висит. Ты зачем зажигать? Ты решил дом? Нет? Ты его вместе с домом решил жить? Да. Интересно. Времени осталось 3 минуты 44 секунды, мы его еще не нашли. У вас там все горит? У вас? Квантумец там нахуй все сжег, блядь. Там в доме вообще не... Даже пытаться искать. У вас все горит. Привет! А у вас не горит? Нет, у нас ничего. Подожди. Акер, сиди здесь, не двигайся. Не бурись. Сейчас, я тебя спрячу. Я ты настроил. Все, подожди. У меня же призы пошли. Ах ты, сука, ты еще и поджег, да, блядь? Где его нашел, квантумец? Он там на заднем поле себе яму сурок прокопал, и теперь сижу, греюсь. Вижу, так да. Не достанешь и ты же тогда никому, блядь. Фига себе, он бронебойный какой-то. Он тут сидел в этом окопе, прикинь. А, ребят, ну что ж, на этом все. Это были прятки с разрушениями или же тирдаун. Как тебе серия, пиши в комментариях. Не забывай про подписки на канал. Не прощаюсь.